Марк Захарович, сегодня вдруг, ожидаемо либо неожиданно, уж не знаю для кого как, проснулся Дональд Трамп и запел опять свою очередную песню, что Украина должна идти на уступки, уступить России часть захваченных территорий. Значит, вот его цитата. Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали. Я думаю, что Россия тоже согласится на это. Но настолько циничное заявление. Как думаете, есть ли риски активизации и распространения подобных идей на Западе? Либо же Трамп, по сути, превращается вот в маргинала, озвучивая подобные вещи? Как вообще тут, в Украине, воспринимать вот то, что озвучил Трамп? Вы знаете, я думаю, что вот был недавний опрос, буквально вот, что-то вроде, там, не знаю, недели назад в Соединенных Штатах, который зафиксировал рост радикальный до 65% в общественном мнении в Соединенных Штатах по отношению к 45, по-моему, 46, можно легко проверить. Ipsos проводил. Это знаменитая, такая самая главная социологическая контора американская в поддержке поставок вооружений в Украину и поддержке позиции Украины. Ну, там сформулирован как-то вопрос. Но явный рост. За счет чего он произошел? У меня такое смутное ощущение, что падает влияние Трампа. Я думаю, что Трамп даже в республиканском электорате, а там больше 50% сейчас поддерживает Украину именно республиканцев. Про демократический электорат говорить нечего, там выше 80% поддержка этой позиции. А я думаю, что это влияние того, что вот эти последние суды и вся эта ситуация, она на Трампа уже влияет сильно негативно. То есть он начал терять. И мне кажется, что он сейчас как-то с оговорочками и так далее. Ну, конечно, он, там же он еще фразу сказал, что то, что делают украинцы, заслуживает уважения, они там борются за свое и так далее. Но вот нет мощного переговорщика, это и вот я. Ну, честно говоря, в гробу таких переговорщиков, которые там договаривались, ну, ладно, вам большую часть из там территории, на которой... Ладно уж. Ну, это тоже странная позиция, понимаете, сама по себе, потому что... А это про что идет речь? Про то, что большую часть из того, что сейчас Россия занимает, то есть Украине Крым или наоборот, Украине, значит, левый берег, а все остальное навсегда отдать Москве. А вообще кто на это согласится? Даже если представить, что у Украины нет сил и вооружение не помогает деоккупировать всю территорию, Украина никогда не подпишет ни одного юридического документа признания за этими территориями их российского статуса. Ни за Крым, ни за Донбасс. Ну, не подпишет. Перемирие, да, прекращение огня, это можно не исключать, да, но признание и мир никогда не подпишет, не будет никогда, понимаете, его не будет никогда, тут перемирие, ну, замерли, да, наберутся сил те и другие, все возобновится, а вот представить, что Украина в любом ее состоянии, с Зеленским, без Зеленского, какая разница, вдруг с чего бы то ни было признает Крым российским, ну, как? Я просто не знаю, а кто возьмет на себя эту функцию? Что, президент Зеленский что ли подпишет? Никто не подпишет. А зачем это ему надо? Он выбранный президент. Общественное мнение известно какое, поэтому этого не будет. Этого не будет. Ну, и я к тому это говорю, что хорошо, допустим, вот стояли бы они около Киева, брали бы Киев. Можно было о чем-то говорить. Это теряем, это оставляем, вот это суверенная территория, туда-сюда. Ну, погодите, это же они сейчас, в результате контрнаступления, что-то около 200 квадратных километров потеряли, ну, чуть меньше. Отвоеванных как раз в СУ, ну, вот они вам, Пятихатки, тут вон Макаровка там и так далее. Тогда вообще непонятно. Погодите, вы с позиции силы чего предлагаете? В момент, когда вы только территорию уступаете, вы не наступаете. Но с чего бы Украине в этой ситуации считать, что это безвыходная ситуация? Она затягивается. Ну, она затягивается, но это совершенно не означает, что она закончена, что это какая-то терминальная стадия, уже ни сил нет ни у тех, ни у других. Но пока, во всяком случае, это так не выглядит. Американский президент, повторяю, он несколько смягчает, он начинает высказываться мягче. Он до этого вообще говорил, что типа я бы прекратил, надо просто оставить территорию, которую Россия занимает. Он жестче высказывался. Да он и в 2016 году по поводу Крыма, мы помним, как высказывался, так сказать, когда заходил на первый срок своего президентства. Поэтому, ну, как бы оглядываться... Трамп. Он говорил в 2016-м, что Крым, ну и что Крым. Было такое, понимаете. Но он на президентской должности себя по-другому вел. Но тем не менее. Поэтому я бы сказал, что пока ничего
угрожающего во всем этом поведении нет. Хотя он остается одним из основных кандидатов от республиканской партии. Посмотрим, чем закончится праймерис. Все остальные кандидаты уже жестко встроились в единую согласованную линию политическую. Я считаю, и демократы, и республиканцы, и конкуренты. Трамп, тот же ДеСантис и так далее. Все высказываются однозначно по поводу России. Вот. И по поводу войны в Украине. Поэтому угрозы Трамп пока не представляет. Если, так сказать, он не придет к власти, вот скажем так. Да, вот если вдруг придет, тогда это уже будет совсем другая история, но не будем загадывать, будем надеяться, что не придет. Марк Захарович, спасибо вам большое за то, что уделили.